Молдове назначен новый премьер. Исполнять его обязанности будет Георге Брек. Вчера страна, по сути, осталась без правительства. Его отправил в отставку парламент, в котором тоже не все гладко. Нужно сформировать большинство, но пока договориться не получается. Елена Кирка продолжит. Экс-премьер Валерий Устрелец медлить не стал. Сегодня он официально сложил свои полномочия, подав президенту прошение об отставке. Мы обсудили с президентом перспективы развития страны, проекты, которые уже были запущены правительством и которые должны быть продолжены последующими кабинетами министров. Исполнять обязанности премьер-министра до утверждения нового Кабмина будет либерал Георге Брега. В настоящее время он занимает пост вице-премьера по социальным вопросам. Подписал декрет о назначении Георге Брега временно исполняющими обязанности премьер-министра. Он будет занимать этот пост до утверждения нового кабинета министров. Это должно произойти в течение 90 дней, но я надеюсь, что будет оперативнее, чем в прошлый раз. Ситуация, в которой находится страна, не позволяет нам быть без правительства. Между тем, уже начаты переговоры по формированию парламентского большинства, инициированные демократами. На их приглашение пока отреагировали только либералы, депутаты группы экс-премьера Юрия Лянка и два независимых избранника. Однако этого количества депутатов не хватает для формирования парламентского большинства. Это была первая наша встреча. Все мы понимаем, что страна находится в критическом состоянии. И если мы в кратчайшие сроки не сможем создать стабильное мажоритарное большинство, способное продолжить европейский курс развития страны, будет сложно говорить о функциональном государстве. Партия Валерия Стрельца в переговорах по созданию новой коалиции пока не собирается участвовать. Это связано с разногласиями, возникшими из-за ареста лидера либерал-демократов Влада Филата. Его обвиняют в коррупции. Впрочем, бывшие коллеги по коалиции, демократы, все равно ждут плодотворного диалога. В понедельник мы вновь пригласим всех участников переговоров, а также коллег из либерально-демократической партии. Мы надеемся, что со следующей недели они подключатся к переговорному процессу и будем создавать коалицию только с проевропейскими партиями. У нас в распоряжении 2, максимум 3 недели для формирования нового правительства. Тем временем эксперты выражают мнение, что либерал-демократы пойдут на соглашение с коллегами по альянсу только в случае, если за ними останется пост премьер-министра. Елена Кирка, Михаил Шамбра, Мир24. Переговоры по формированию парламентского большинства продолжатся на следующей неделе. На утверждение нового правительства у депутатов есть 90 дней. В противном случае их могут распустить.